Нужно зайти проведать Дока. Я боюсь, что меня не будет минута. Окей. Так. Дока. Да. Даже бедняги, живущие в канализации, уже слышали о безумной погоне с участием полиции, демонов и Человека-паука. И снова Человек-паук сделал сложную ситуацию невыносимой. И у нас на линии мыслящий слушатель, согласный со мной. Вы в эфире с Джеймсоном и Джеймсоном. Да, мистер Джеймсон. Я спешил на работу, а меня чуть не переехали. Да, Человек-паук спас жертву похищения. Рад за него. Но меня могли убить. Вы не одиноки. В этом и проблема с этим маньяком в маске. Полиция может перекрыть улицы, проколоть преступникам шины специальными устройствами, потому что они команда. А Человек-паук — это одиночка, которого заботит только одно — Человек-паук. А вы чуть не поплатились за это. Своей жизнью! Внимание! Нападение на инкассаторскую машину. У нас происшествие в районе Мидпекинга. Вижу гул. Не улетай, пожалуйста! Black с дизайном знаменитых картин и получи бесплатное обслуживание навсегда. Тинькофф, он такой один. Здрасте, Паркер! Нам есть что отметить. Отметить? Стойте. А где же руки? О, так круто. Но как вам удалось? Внутричерепная нейросеть. Скорость нейропередачи меньше наносекунды. Быстрее передачи сигналов в мозгу, не говоря уже о внешних протезах. Все вышло, Питер. Никто не отберет это у нас. Здорово. Я... Это все твои разработки в нейросетях.
Но мы не проводили тестов, мы многого не знаем. Все отлично работает. Вот, посмотри. Впечатляет. Но есть маленькая ошибка. Они уже в чистом, смотри, давай-ка, может, ты их возьмешь, если они... Скачок напряжения. Думаю, это легко исправить. Вот, Саша, они в чистые. Вот, возьми их, Посмотрим, вышло ли. Нет, все серьезнее, чем я думал.
нападением. Это никуда его не придам. Вот оно. Вот так. Вот так. Туда. Надеюсь, получилось. Черт, скачок нарастает. Могу ли я это исправить? Так. Уже. Плохо дело. Доктор? Доктор, кажется, я нашел проблему. Везде есть проблемы, если поискать.
Но фортуна улыбается смелым. Пора показать миру наше творение. Отто, нейросеть не влияет на двигательные нейроны. Она может затрагивать другие участки мозга, подавление эмоций и... Думаю, нужно еще несколько тестов. Нет уж, довольно тестов! Впервые в своей жизни я не чувствую себя неудачником. Лишь самим собой. Отто, вы не неудачник. Но эта штука может повредить ваш мозг. Прошу. Да. Да. Не волнуйтесь. Мы сможем. Я продолжу. Поищу ошибки. Иди. Иди. Вы точно в порядке? Да. Спасибо, Питер. За все. А теперь включение с центрального вокзала, где мэр Осборн готовится выступить перед СМИ. Мартин Ли наконец-то арестован. Я держу слово, которое дал этому городу. Скоро жителям Нью-Йорка предстоит сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Не забудьте о том, что я сделал, когда придет пора голосовать. Сейчас мы в большей безопасности, чем когда-либо. Ложь! Ты не знаешь, что тебя ждет. Ой, какой красивый. Окей. Как там Майлз? Привет. Привет, Майлз. Я просто хотел спросить, что ты думаешь насчет новостей Али. Смотри, если ты больше не хочешь там работать, мы с Мэй поймем. Я хотел уволиться, как услышал. Но вспомнил, что говорил папа. Герой — это просто человек, который не сдается. Верно. Если предположить, что он прав. Я устроил тебя туда, но не надо оставаться там через силу. Люди здесь... Они не виноваты в том, что сделал Мартин Ли. Им нужна помощь, я им помогаю. Думаю, папа хотел бы, чтобы я остался. Он бы мной гордился. Да, я знаю. И еще, Майлз, я тоже тобой горжусь. Захочешь поговорить, звони. Спасибо, Пит. Мне пора. Мэй дала список того, что нужно купить. Пока. Перестрелка, есть раненые. Всем машинам, происшествие на Бауэре. Поздравляю. Вы взяли подрывника из ратуши. Мы взяли его. Да неважно. Я о том, что в последнее время ты работаешь совершенно на износ. Тебе бы отпуск взять. Я не очень люблю путешествия. Но когда разберемся с оставшимися людьми Ли, я на отдых. Без самолета, без чемоданов, просто долгий сон. О, ты знаешь толк в отдыхе. Но какой бы ветер ни надувал твои паруса, ты это заслужила. Барабаньки. Ваша
ты замолчи! Демоны – настоящие фанатики. Они так преданы Мартину Ли. Паучок, ничего себе! Ситуация под контролем. Мы приглядываем за тобой, паук. Несколько машин с подозреваемыми. Ведется преследование. Следуйте в Датчтаун. Питер. Ты как? Ах, справляюсь. Мне не очень нравится, что ты теперь всем тут заведуешь одна. Людям нужно помочь. Если я не досплю 2 часа, ничего. Были новости от мистера Ли? Нет. Но известный мне Мартин так бы не сделал. А то, кем он стал, не тот, кого я хочу запомнить. Так, как у вас там с МДЖ? Ну, она... Это там все сложно. Честность. Вот что помогало нам с Беном в трудные времена. Трудные времена у вас? А то. Особенно в твоем возрасте. Так ты честен с ней? Она знает о тебе все? Эй, погромче! Хочу послушать! Представитель полиции подтвердил, что это был тот самый грузовик, который перевозил устройство, примененное при атаке, на центральный вокзал. Ах, конца не видать. Питер? Вот она бы. Оставьте сообщение. Юрий, ты где? Позвони мне как... Получишь. Надеюсь, дых. Коня дьявола еще там. И под охраной. Если демоны добрались до грузовика, беда превратилась в катастрофу.
дыхание дьявола пропало. Но у нас есть более серьезные проблемы. Райкер! Надо спешить. Прыгай. Что там? Организованный штурм. Его явно спланировали на воле. Все корпуса взломаны. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на Пятой Авеню. А что, плот? В порядке. Там особый режим, усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор. О-о. Зря не пристегнулся! Разберись с ними! Быстрее! Займусь! Человек-паук! Внимание, охране! Вести режим строгой изоляции! А вот и смерть! Заключенные, разойдитесь по камерам! Повторяю, разойдитесь по камерам! Это последнее предупреждение! Черт! Они вскрыли оружейную! Это плохо, да? Кажется, плохо. Это значит, что у некоторых зэков теперь есть гранатометы. Да, это плохо. Займусь. Покинуть посты! Повторяю, покинуть посты! Хватайте оружие и валите с острова! Вернитесь в камеры, ведите себя хорошо, и мы закроем глаза на все это! Еще несколько были во дворе. Кто вообще додумался принести гранатометы в тюрьму? Ответьте, это сержант Хэнсон. Есть кто-нибудь на канале? Это капитан Ватанабе. Где вы? Щитовой. Крыша возле корпуса Д. Пытаюсь восстановить питание. Это ваш вертолет? Да, мой. Что здесь произошло? Без понятия. Сначала вырубился ток, а потом начался ад. Держитесь, мы идем к вам. Я тебя не боюсь. Я его все равно терпеть не могу. Человек-паук, поднимешься на крышу? Там полицейский, зовет на помощь. Уже иду. Кто-то застрял за этой дверью. Сами напросили. Давай, я знаю, что там кто-то есть. Они идут. Где все наши? На меня тут напали. Помоги там! А я пока что займусь электричеством! Да, уже иду. Быстрее, пока его не убили! Уходи! Давно об этом мечтал! Мы себя на нашем месте! Пустите его сюда! Надо уложить их всех! Его кто-нибудь на землю! Убью тебя! Он бьется током! Вот и смерть твоя! Ну, в воздухе, сбейте его! Берегись!
же и быть не может. Конечно же может. Внимание персоналу! Нарушение режима в блоке А! Уходите оттуда, парни! Вообще не касаясь земли! Ой, отлично, их осталось мало. Еще парочка. Ваши права и страховку! Кажется, нам удалось вернуть контроль над ситуацией. Ты вроде говорила, что плод в порядке. Был. Идем. Может, все не так плохо, как кажется. О. Оптимистка. Мой опыт подсказывает, если с виду плохо, на деле еще хуже. Берегись! Юри! Я падаю! Вот так. Держись! Порядок? Да. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Кажется, нас отпустили досрочно! Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и запрете за собой двери. Пожалуйста. Ладно? По эту сторону лишь. Я выпотрошу тебя, паук! Не дергай! Я покажу тебя! Он бьется током! Ну же, мы можем! Не дайте запугать тебя! Добро пожаловать на шоу! Звучит жутковато. Ты по мне скучал, паук? Сюрприз? О чем это он? Непредвиденный перепад напряжения. Требуется помощь аварийной команды. Сгорание электропроводки. Система... Эй, что там у тебя? У меня? Система... Я заперт в тюрьме со всеми, кого отправил. Неужели мне повезло? Скорпион! Можешь подождать минутку? Я говорил по телефону! Потеряла тебя на секунду. Все в норме? Не совсем.
Электро, носорог, а теперь и скорпион на свободе. Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот заработает. Я сообщу. Я продолжу следить за Электро. Прими свою смерть. Сами напросились. Надо было это заснять. Фу. Эй, Человек-паук! Мне казалось, это погоня! Надо его остановить. Морти. Тебе меня не остановить! Но твои попытки нельзя! Если скажешь, на кого работаешь, я буду помягче! Почему никто никогда не соглашается? Попался! Давно не виделись! Мы хорошо повеселились! Прости, нет времени! Все еще здесь, да? Нет! Прости, нет времени! Все еще здесь, да? Так, камеры наблюдения снова работают. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали, включая Мартина Ли. Теперь по городу шастают 5 твоих злейших врагов. Ха, на секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Бред какой. Электро! Стой! Как тебе мой новый костюм? Блестяще. Где ты его взял? Только для членов клуба. Сказал не убивать его. Хорошая мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем. Одно предупреждение.
Не стой у нас на пути. У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Вон он! Столько лет, столько лжи. Ну все, Норман. Они узнают правду. Это Мэри Джейн Уотсон, соседский репортаж Дэйли Бьюгл о биотеррористической атаке. К этому часу число зараженных... Все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти? Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с плота и острова Райкера. А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. Но его вину нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Бьюгл, вирус был получен в секретной лаборатории Аскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Аскорб также выключи были разработки вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено. Окей. Ну. Доктор Октавиус, почему? Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Не знаю. Похоже на конец света. Может, так и есть. Готов помочь. Хорошо. Банды сбежавших заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Нападают на местных жителей, грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. То есть пытки. Не волнуйся, я в деле.
Это наш город, Юрий. Пришла пора вернуть его. Отлично. Мои ребята выслеживают суперзлодеев. Как станет что-то известно, я сообщу. Пока что просто постарайся навести порядок. Не знаю, какой. Возьмите, не знаю, где куда погасить. Давайте, подожди. И надеюсь, этот звук пойму. Куда я тебе как бегу-то? Пока.